пушим точку Б. Я отдаю стрелу. Ну да, 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 да. Ну да. Ну, вот здесь, да, вот сейчас был момент, когда мы могли убить барьерного. А по шерсти такого не было, потому что там кабал пошел пушить. Бесит. Это еще даже не босс-файт, мне вот это прикает. Да это же избранный его призрак. Все еще хотите спасти вселенную? Ой, Карин. Но вот на боссе, я думаю, там чемпионы, которые будут снизу, им нужно просто дать время убить друг друга. Вообще не соваться вниз. Потому что если спуститься вниз, мы будем кучу патронов тратить. Так мы их сверху убиваем обычно. А у нас сверху что? У нас только горка. Да, да-да-да. Добро пожаловать. Я не думаю, что вообще там кого-то. Там Денис не достанет, скорее всего, сверху. А одна Ириана и Горка там это что сделают? Я думал, Варик Но Баденах снизу. Нет, Баденах точно снизу, да, конечно. Он запустил программу под названием «Испытание старейшин». Давайте мимо сначала. Ага, понял. Ого, ни хрена. Так, подожди, Вань, назад, назад. Не знал, что у него два выстрела убивает. Теперь буду знать. Перезапускаю, уже нет патронов. А что, он регенится по КД? Понял, нормально. Козел. Да, вполне зрелищно. Ой. Абсолютно зрелищный контент. Зрелищнее, блин, некуда. Эй, да это же избранный его призрак. Все еще хотите спасти вселенную? Кажется, сейчас усну, пока будем проходить грандмастера тут. Бежавшие заключенные дестабилизируют регион. Что ж, не тратьте на меня время. Вам нужно убить прислужника надзирателя. Вот готов поспорить, что кто-то пройдет этот Nightfall спидраном в три Хантера с инвизом. Ну, кстати, не, кстати, реально Варик такой, бегать просто по кругу и в инвизе... Не, ну там, кстати, придется именно Тавр убить, который будет, где поезд. Там, пока его не убьешь, ты не пойдешь. Он запустил в тюрьме какие-то тренировочные бои. Стан, плиз. Ваня, я восстанавливаю дивинити, я не могу не вешать дивинити. Но это unstoppable, это самый серьезный.
Я не хочу рисковать. Ну, могу попробовать. Это я кричу от этого, от корабля. Поздно. О, самый лучший экзот на Варлока. Блять, я ему хотела ответить. Ой, простите, все, не важно. Да. Там поезд едет или нет? Спасибо за пончик. За что это все наказание? А мы будем, когда сменится пол грандмастеров, закрывать еще раз? Да. Нет, просто не сменится. Нет, печати не будет. Ну ты дал. А я буду. С эзотериком. Бля, ну станься ты уёбок. Какую статью? Я сейчас другую статью пишу. С кучей ртов, где она подвинутыми ногами, сиськами и прочее. Ну это само собой будет. Вот. С разбинками ногами. Ну так и быть, устрою. Раз уж все просят. Попался. Наверное, это было зря. Сейчас сказать, как буду связывать мобов. Погоди ты! Ну давай я уберу Divinity. Не надо. Да не, анархия нужна здесь. Постоянно урон по малам, это... Да, нормально. Ну, окей, я буду ждать сколько? Вот буду ждать, а ты хрен знает где так, сзади. Давай, там, ебаните. Я поставлю. Вы чё, блядь? Я если бы был радар, то окей. Ну, я же не знаю, где ты находишься. Ой, да нормально все, давайте дальше. Сейчас идет ему. Он заебал, блядь. Остальное. Что мы все не так делаем? Точняк, да. Я тоже считаю, что до надо. Чтобы стрелять, нажимайте ЛКМ. Мы быстро подойдем. Опять этот снайпер. А через решеточку не знаю. Там тебя убил, что ли? Надеюсь, это будет победный заход, и ты его зальешь. Да, кстати. Чтобы сюда на Годмастер точно больше не пойдем.
Бля, как ты тут оказался вообще? Не откладывайся. Ставь. Ставь! Козёл. Блядь, сука! Ну это мягко сказано. Извините, не пришло бы второй раз. Сейчас. Не уходите на кто-то там, ну что. Так, бочку восстановили, да? Блять, ну разумеется, нахуй. Охуенно. Гарпия развернута, давайте. Ой, гидра. Уже завернута. Угу. Слева гоблин. Убил. Еще справа дохера. По меркам это он. По меркам этого градмастера 3 гоблина царя. Блять! Один гоблин! Нет, 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 то другое было. Поезд толкнул гоблина, он полетел в мою сторону и сдох. Да-да, вижу. Контроль. Блять! Страш убит. Я сейчас сгорю нахуй. Давайте-ка держать, пока поезд поедет, значит, это пиздец. Ты умрешь, если попадет по тебе. Найс. Ну давай, уходи. Вот как мне в кредзону попадать? Я все равно не дотягиваюсь, так что можно без денег. Он еще и регенится, посмотри на него. Так, мои хэвики все. Че, есть кого-то кладезь? Неа. Один орк. Там больше постелил в нашу сторону. Ну хотя окей, давай, побыстрее только! Я в инвизе, меня мобы дамажат. Норм. Меня там сейчас один назад идет. Опять. Из грена вышел. Он его поезд сбил. Так, Вадис 5 секунд. Так, у меня есть стрела. Так, я быстро. В итоге ничего не подобрал. Анархию. Мантите самое главное. Он всегда сзади появляется, когда он тапается. Это ж вперед. Куда делся? Вперед. А, его, кстати, станет, лоу. Сейчас буду снять, просто пока больше не стрелял. Справа снова. А, нет, в центре. Даю силу мобов. Ебать, никто не будет. Ой-ой-ой. Справа. Центр. Ладно, нормально. Сейчас, по крайней мере, у нас будет 7 ресов, а не 2, это уже лучше. Это вообще 3 было, наверное. Я 2. Когда подняли. Ух, патронов тут, конечно, поддало. Ух, ебать, мне нормально. Ох, кайф, фул зеленка. Ух. 69 хэвиков. И еще хэвики. Ух. Красота. Сейчас вспоминаю, что у нас будет с точками, и я хочу плакать мгновенно. Машина войны, кабал на подходе. Красный легион? Чем они занимались после Красной войны? Служили игрушкой для битья. Ебать. Мои прекрасные люди закрыли с первого раза, ебануться. Как они играли, блять. Охуеть.
Нихуя себе. Кажется, правда, что-то в контроле. Забавно, они вот закрывали долго крушение исхода, но вы закрыли этот пиздец. Походу у них был титан, потому что я хуй закрыть могу с первого раза так. Плохое место для кладези. Застанем. Сейчас трудом. Не знаю, зачем мы скарбы сделать здесь. Ой, назад, назад, сейчас будет это откидывать. Два Лока Хантер и Риана Идзанаги. Придется, если нужно будет. Да не, у нас ладно нормально, просто нам нужно как-то с точками еще. Концочки быстрее ПКшников, ха. Да. Вань, хватит сливаться. Сейчас финиш приведу. Да ладно, все как обычно. Перейдись, блядь. Ну они, да, они убивают чемпиона, только потом точки делают. Зачем можно так делать, окей. Просто нужно получше дамажить. Ну, типа, вот во второй раз, когда у нас, ну, был один гоблин, вот там был хороший шанс. А вот и раз, когда гоблин и кабал друг друга мутузили, да, там, конечно, реперони. Ну, здесь только вот на этом месте, по сути. На ласте подклазим, чеешь мобов. Хераси. Я смотрю, как люди проходят, что так круто. Люди. Ну ладно, не люди, простите. Парис, 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 парис. Сейчас его кину. Вы просто нужно сразу сюда, чтобы она бы. Давайте не вижу оверлоудного. Давайте не держим. О, сейчас. Ох, сейчас мод Распутина прям в тему. Оверлоуд. Вижу. И опять мод в тему. Взорвись! Взорвись! Так, сейчас барьерный справа уйдет в иммун, я по нему. Кладись. Снял барьерного. Давайте его пока он думает. Кабала, 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 кабала. А, нет, кабала? Кабала, конечно, да, он сейчас спамит постоянно. Я проведу финишер на втором гоблине. Сейчас, который перейдет в иммун, того и буду это. Который спереди вот стоит. Давайте вот его, который станет пока. Сейчас пускай отрегенится этот. Окей, станем. Так, на нем приведу финиш, а то что аккуратно. Ну, урон. О, сейчас Грена бы его бы не добила. Да. Так, сейчас давай, давайте стоим слева сейчас. Вот здесь сейчас быстро убиваем гоблин, в которого идут. Сначала вот здесь гоблин, а потом которые будут в центре, когда они переместятся.
И там же нам нужно убить чемпиона. Можно пицца вперед передвигаться. Давайте. Есть кладец? Кладец есть? Так, нам нужно сейчас убить. Даю стрелу. Отлично. Так, тебе нам нужно как-то кабала убить. У нас еще 30 секунд. Сначала читим гоблина спереди. Угу. Он, по идее, там стоит, да? Да, он от очень красиво сюда приманил. Можно вставать? Не берем. Нет, 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 нет. Как можно дольше тянем. Сейчас, Ваня, назад, 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 назад. Не рискуем. Ждем, пока кабал придет. Он не идет, пиздец. Изолей. Я уже застанил, давай. Тоже не вижу. Он почти убит. Уходи, уходи, уходи. Берем, я беру точку. Параллельно убиваем этого. Он сейчас слева придет. Ваня, уходи, уходи. Сейчас он выйдет, а вот застанет сразу. Застанил. Все, гасим нахуй. Найс. Так, сейчас идем на бэшку. И там сразу кладезь. Только аккуратнее, главное, мало меня дайте. Давай, 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 давай. Чистим мобов нахуй. Побежали, знаете, побежали через справа, там мобов сейчас не будет. Не, через справа лучше. Слева мобы сейчас. А через справа пусто. За мной прям. Кладис есть или нет у вас? Да. У меня есть стрела. Сейчас на точку встаем и. Нет, нам нужно минотавр. Так, давайте пока попробуем минотавр убить. Минотавр убиваем, но только не на точке стоит. Бля, Вань, зачем туда пошел? Ладно, нормально, нормально, все, 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 все нормально. Минотавра почти убили. Минотавра, фокус и минотавра, минотавра. Где он? Клади, ставьте на точке, клади, ставьте на точке, клади, ставьте на точке, клади, ставьте быстрее, 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 быстрее. Наверное, зря было. Ладно. Так, сейчас я мобы умрут. Так. Так, похуй на чемпионов, пускай и пропадают. Нам сейчас не обязательно идти на центр. Издалека будем. Нас сейчас просто гленами заспамят. Пол хп. Не тратьте особо сейчас зеленку весело, прям. Нормально. Так, на ласте, как написали, они просто под кладезем убивали всю мелочь. Блин. У меня просто мало хэвиков и... Фух, будет тяжко. Будем надеяться на то, что будут моды Распутина падать по КД. Будь горд. Жизнь жил в тюрьме старейшин. Возвращайся. Это хорошо. Давай это сейчас подождем, пока мобы. Посмотрим, как мобы будут снизу себя мутузить. Там больше, там потом уже как спускаться. Что просто реально хз, как там пятерых убивать и как все патроны не встать, особенно хэвики. Посмотрим. Попробуем убить неудержимого и этого. Ну вы поняли, которые не барьерные, грубо говоря. Победил. Ждет тебя. Блин, мода Распутина просто охуенная. Допускайте. Но есть же шанс умереть. Ты сам сказал, лучше перестраховаться. Кажется, плутовка оставила подарочек. Всегда ненавидел ее. Начните просто с Unstoppable. А я приду с Оверлордом. Я хз как, я сейчас просто, я сейчас много зеленки кидать буду, меня это напрягает. Окей, пока просто посмотрим, что они вообще делают. Там барьерный почти убит, кстати, один. Ну как почти. И мы сняли вот.
Ждем. Они дамажим, не трогаем их, пускай друг друга убьют. Они, когда они друг другом воюют, они свои моды не используют, только против игроков. Пускай сами войдут друг друга. Ну, сам видишь. Ну, по идее, не должны. Пускай реально друг друга убивают. Там кто? Там сколько? Там 3 кабала и 3 векста. Или 2 векса. Да. Пускай друг убивает, пофиг, ждем. Неохота патроны тратить. А, нет, сука. Наебочка. Все-таки вешают, жалко. Давайте тогда перегруженного убьем. Не, давайте неудержимого наебал. Ну! Ладно, пофиг. Теперь перегруженный. Нормально, бьем. Главное, на весе не ловит. О, блин, козел отхилился. Сейчас, надо добить. Нет, Дивинити, все. Я просто хз, как тут, блядь, пережить двух барьерных, нахуй, которые спамят по КД. Ну, кстати, вот другой барьер не накидывает. Мы убьем сейчас, мы его неудержимо можем убить. Сейчас он выйдет в центр, мы его убьем, он не... Сейчас застанем его. Все, он труп. Так. Не надо спускаться. Мы их не убьем сверху, я думаю. Давайте сначала колоссов, потом этих. Потому что... У меня Риана, блять, пиздец, она меня попадала в эту хуйню. Сейчас возьму зеленку. Пока не бьем. Мне нужен будет финишер. Я сделаю. Хотя, знаете, лучше вам сделать, иначе мне тебя понадобится. Давайте этого. Сейчас его застаню. Есть стан. Давай, выходи. Надо было сразу мою. Я вот сейчас буду по КД станить. Все, здесь. Угу. Так, финиша проводите вы, потому что мне нужна будет стрела точно. У меня 300 патронов, Дивинити. Как считаете, нужен, нет? Ваня, тебя сколько, Егорки? Нормально, да без финиша, вот так, блин. Стоим, короче, сзади, видать. Короче, нам нужно будет Кларис по КД, смотрите. Нормально. Сейчас вообще, на Кларис их откупим. Назад. Отсюда играем. Стоп, первый, Вань. Чего-то могу гасить. Маша, давай без Дивинити, я урона мало наношу. Кладис обновляйте. Почти убили, давайте. Даю стрелу. Добиваем. Найс, живем. Тоже живем. Найс. Он очень тонкий. Блин, они задамажили этих, сейчас бы больше очков дали. Вау, очки. Найс. Он что-то очень... И хорошо, что вышел сколок дали. Эй. Короче, да, нам нужно было просто убить воителя, вот того гоблина и кабала. После первый раз они стояли вместе, это все сбило. Потому что они стояли вместе.
Качана просто первый раз не повезло, что мы бы так креснулись.